По линии социальной защиты все виды государственных пособий выплачены 100% в общей сумме 50,4 миллиона гривен, а пенсии 545,6 миллиона гривен. Есть недоплаты по страховым суммам. Это одноразовая помощь пострадавшим и их семьям 3,2 миллиона. И оплата больничных листов 1 миллион 47 тысяч. Ну, это я думаю, что эти вопросы из-за нестабильной работы казначейства в последние 15 дней работы. Я думаю, что над этими вопросами мы будем работать и будем их исправлять.